Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня маленький отчет об апартаментах в Юрмале. Никогда не думали, что будем останавливаться в таком месте. Но вот первый раз остановились, в принципе, понравилось. Как бы, да, нету завтрака, ужина. Готовишь все сам. Но экономия в деньгах есть. Номер хороший. Ванная комната в домике большая, душ-кабина с тропическим душем. Плита у нас индукционная, холодильник с морозильной камерой. Взяли номер специально на третьем этаже, чтобы загорать. У них лестница вот такая есть наверх. И у каждого номера наверху на крыше сделана зона для отдыха. Места предостаточно. Эти апартаменты находятся практически рядом с аквапарком Ливу. Есть своя парковка. Также есть подземная парковка с пультом управления дверями. У каждого номера получается вот такая вот зона с ограждением. Цена у них колеблется в среднем диапазоне. Вот две ночи здесь обошлись нам в 300 евро. Балкончик довольно-таки широкий, уютный. Из минусов рядом железная дорога. Вот по ночам здесь полностью тишина, и поезда где-то начинают ходить после 10 утра. Вот так в основном здесь тихо. Полный релакс. Своя территория. Есть площадка для детей. Ну вот сейчас вы видите очередь на железнодорожный переезд. Скапливаются. Парковка в Юрмале, если вы хотите оставить машину на улице, стоит 2 евро, но это все знают. Единственное, я пользуюсь приложением Европарк. Очень удобно, приложение на телефоне, не надо съезжать в сторону, оплачивать талончик прямо через телефон. Оплачиваешь. И единственное, 24.00, это все скидывается. Если хотите утром, то надо после 12 заново активировать. Ну вот так какой-то очерк получился. Всем спасибо. До новых встреч.